Так, Химера. Чак и так каждого по чуть-чуть. Совсем по чуть-чуть. Thank you.
Петя, гитара-то есть, монитор-то? Можно ее чуть-чуть прибавить, чтобы я у себя на этом, на комбике убавил? И тогда бы, ну, было бы чуть по-другому. Спасибо, ребята, что вы пришли на концерт. Мы очень рады вас видеть.
спрашивали. Thank you.
Сказали, ну, в общем, как все. Так видишь, военный завод пулю льют. Сейчас у рабочих смена начинается, они начинают пулю лить.
Но регламент будет мешать, будет не будет неточные пули. Yeah.
Дядя Космонавт, вот вы, если хотите, приходите. Я не знаю, сколько там вход стоит. Да это самое, это... Я-то бы вообще бы играл бы, играл бы, я-то чиновлен. Вот ну бы играл бы, я-то чиновлен. Вот ну бы играл бы, я-то чиновлен. Вот ну бы играл бы, я-то чиновлен. Вот ну бы...
Приходите еще. Мы там будем хоть один играть, мы можем играть и час, и два, и три. Мы просто здесь это. А я на запад не гранюсь. Краски у меня просто не было. Ну, говно уже. Говно. Не было, серьезно тебе говорю. Ну, блядь, неприятный при мне, блядь. Да. Так тогда была, сейчас уже прошел год. Ты, мать, да не надо. Зачем? Летит, блядь, открывай, ладно. Вот и здесь почему? Я ведь слышу, брат, я не знаю, что, блядь, я сюда ехал в ебеней вообще. Да, я сам не разумею. А что, у вас точка сейчас лучше? У вас это точка такая шапка. Ну это, эти фон, что я записал. Вышли, блядь. Можешь попить, но надо еще договориться. Да, ты позволишь. Ну это тоже щемился. А что с у тебя есть мой телефон, что ты? Это... У меня нет, я обделил тебе книжку вообще. Дима, я позвоню тебе, если что. У нас вот здесь точка там. Мальчики, да, мальчики. Конечно, разрешат репетировать, я просто хочу вот эти поставить себе. Хотя октябрьские, конечно, может быть. Давай выпьем.
Разбитый еще. Да я сказал, что там все недорого. Я прибрал. Аппарат можно было получить. Спасибо большое. В общем, продолжим. Двойники приехали. Двойники, значит, сейчас скажу. Глуповская. Там, понимаешь, там как бы... Подождите чуть-чуть, я эти уложу. Хэви это один миллиметр. У меня медиум. Хэви. Да, кубе. А на кубе? На кубе хэви. Хэви на кубе, наверное, больше, чем у нас хэви. Все. Давай, у вас немножко кинусти. Да. Вы получше звучали. У вас не был разборчивый вокал, как бы.
не было рано. Чуть-чуть, нет. Все, все, значит, а. Значит, все можно. Ты, блин, тут свои пальчики тоже. Свои. Свои? Приходила Ольга Ходаковская, но и дала тебе свою секретарочку. Чтобы ты там что-то видел. Я хотел сказать, да, пару минут. Какой-то фрагмент, допустим, показать. Нельзя ли с того концерта, который мы снимали на две камеры, найти какую-то высочную эту песню, просто ее смонтировать как-то на... Так, чтобы датовская запись у нас есть, так, чтобы промежуточный вариант такой сделан, так как бы давайте попробуем. А когда это надо? Ну, так, чтобы 1 ноября где-нибудь сделать. Так, ну, если концерт 16-го, так, чтобы, может быть, за неделю они бы начали пару раз показать. А это кто будет показывать? Какой передачи? 36-й канал. Не тематическая, просто передача. Ну, не знаю, как. Нет, у них есть... Может быть, лестница в небо, может быть, что-то еще. Да. Хорошо. Квартира нужна одна. Да. Ну все, вроде довольны, я с ними так. С врачами? Ну да. Меня я объяснил. Олег. А? Олег. Тебя все нормально. И он тоже. Нормально. Но они видели, если бы пришло, ну видно, что. Вот. Я вообще удивляюсь. Алиса, звоним и в понедельник, да? Ну в понедельник, да, он меня как бы просит времени. Так, Химера.